Добрый день, уважаемые участники соревнований, гости и любители тяжелой атлетики. Представляю спортсменов, выступающих на 18-м чемпионате России по тяжелой атлетике среди мастеров, посвященном памяти заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Виктора Георгиевича Бушуева. Возрастная группа М35. Весовая категория 62 килограмма. Вялков Андрей, мастер спорта Пермский край, город Чусовой. Весовая категория 69 килограмм. Голубев Юрий, Московская, город Люберцы. Весовая категория 77 килограмм. Филатов Сергей, мастер спорта Московская, город Видное. Зюзин Роман, Самарская, город Самара. Теплый Александр, Калужская, город Жуков. Виноградов Дмитрий, Калужская, город Овнинск. Мускафиди Александр, Самарская, Афины, представитель Афин. Весовая категория 85 килограмм. Лизунов Руслан, мастер спорта международного класса, КМО Юрга, город Лянтор. Родионов Александр, мастер спорта Липецкая область, город Липецк. Клепиков Александр, Архангельская область, город Коряжма. Сулименко Александр, мастер спорта Московская, город Люберцы. Дмитриев Александр, мастер спорта, город Москва. Весовая категория 94 килограмма. Косарев Сергей, мастер спорта Московская, город Клин. Гайдамака Алексей, Воронежская, город Россош. Весовая категория 105 килограмм. Евдокимов Дмитрий, Ярославская, город Углич. Горюнов Альберт, Нижегородская, город Арзамас. Подосинников Николай, мастер спорта Архангельская область, город Северодвинск. Черкасов Сергей, Калужская, город Боровск. Весовая категория свыше 105 килограмм. Вдовкин Евгений, Самарская, город Жигулевск. Степанов Андрей, Архангельская область, город Северодвинск. Участники представлены, представляю судейскую коллегию. Центральный рефери Курнев Александр, город Нижний Новгород, судья национальной категории. Скляр Олег, город Южно-Сахалинск, первая категория. Бобков Михаил, город Балахна, первая категория. Дубль протокол. Зюзин Александр, город Балахна, первая категория. Технический контролер Зубов Василий, город Серпухов, судья международной категории. Секунду. Информация для участников и судей соревнований. Возрастная группа М35 разделена на две сессии. То есть с весовой категории 62 килограмма по 85 включительно делают рывок. Все три подхода, а затем вторая сессия с весовой категории 94 и до плюс 105 килограмм. Понятно, да? Сперва рывок. Первая и вторая сессия делают. Судьи и участники представлены. Объявляется 10-минутная подготовка на разминку. Теплый Александр, Калужская область, город Жуков, 60 килограмм, первый подход. Готовится Зюзин. Подъем засчитан.
Вес штанги 65 килограмм. Теплый Александр, город Жуков, 65 килограмм. Второй подход. Готовится Зюзин. 2 минуты подготовки. Теплый Александр, город Жуков, второй подход. Подъем засчитан. Заявка Александра на третий подход 70 килограмм. Вес штанги 67 килограмм. Зюзин Роман, Самарская область, город Самара, 67 килограмм, первый подход. Теплый Александр готовится. Подъем засчитан. Заявка Зюзина на второй подход 72 килограмма. Вес штанги 70 килограмм. Теплый Александр, город Жуков, 70 килограмм, третий заключительный подход. Готовится Зюзин. Спортсмен выступает в весовой категории 77 килограмм. Подъем неудачный. Вес штанги 72 килограмма. Теплый Александр завершил выступление в рывке с результатом 65 килограмм. Зюзин Роман, город Самара, 72 килограмма, второй подход. Готовится Головин.
Подъем засчитан. На третий подход Зюзин заказывает 77 килограмм. Вес штанги 75 килограмм. Голубев Юрий, Московская область, город Люберцы, 75 килограмм, первый подход. Готовится Зюзин. Спортсмен выступает в весовой категории 69 килограмм. Подъем неудачный. Голубев Юрий, город Люберцы, 75 килограмм, второй подход. Готовится Зюзин. Подготовка 2 минуты. Подъем засчитан. Заявка Голубева на третий подход 80 килограмм. Вес штанги 77 килограмм. Зюзин Роман, Самарская область, город Самара, 77 килограмм, третий заключительный подход. Готовится Голубев. Подъем неудачный. Вес штанги 80 килограмм. Зюзин Роман завершил выступление в рывке с результатом 72 килограмма. Выступающий в весовой категории 77 килограмм. Голубев Юрий, Московская область, город Люберцы, 80 килограмм, третий подход. Готовится Виноградов.
Подъем неудачный. Вес штанги 85 килограмм. Голубев Юрий завершил выступление в рывке с результатом 75 килограмм, выступающий в весовой категории 69 килограмм. Виноградов Дмитрий, Калужская область, город Обнинск, 85 килограмм, первый подход. Спортсмен выступает в весовой категории 77 килограмм. Подъем, защита. Виноградов для второго подхода сделал заявку на 90 килограмм. Вес штанги 90 килограмм. Виноградов Дмитрий, город Обнинск, 90 килограмм, второй подход. Готовится Велков. Две минуты на подготовку. Подъем, защита. Заявка Виноградова на третий подход 95 килограмм. Вес штанги 95 килограмм. Готовится Велков. Велков Андрей, мастер спорта, Пермский край, город Часовой, 95 килограмм, первый подход. Готовится Клепиков. Филатов Сергей сделал перезаявку на 96 килограмм. Подъем, защита.
Заявка Велкова на второй подход 100 килограмм. Клепиков Александр, Архангельская область, город Коряжма, 95 килограмм, первый подход. Готовится Виноградов. Подъем, защита. Заявка Клепикова на второй подход 105 килограмм. Виноградов Дмитрий, город Обнинск, 95 килограмм, третий заключительный подход. Готовится Филатов. Подъем неудачный. Вес штанги 96 килограмм. Виноградов Дмитрий завершил выступление в рывке с результатом 90 килограмм. Выступающий в весовой категории 77 килограмм. Филатов Сергей, мастер спорта, Московская область, город Видное. 96 килограмм, первый подход. Готовится Родионов. Поступила перезаявка от Родионова на 103 килограмма. Готовится Вялков. Подъем, защита. Заявка Филатова на второй подход 101 килограмм. Вес штанги 100 килограмм. Вялков Андрей, мастер спорта, Пермский край, город Часовой, 100 килограмм, второй подход. Готовится Филатов. Подъем, защита. Заявка Вялкова на третий подход 104 килограмма. Вес штанги 101 килограмм. Внимание, комендант соревнований Захаров Виктор, подойдите к ведущему секретарю.
Филатов Сергей, мастер спорта, Московская область, город Видное. 101 килограмм, второй подход. Готовится Родионов. Подъем засчитан. Заявка Филатов на третий подход 106 килограмм. Вес штанги 103 килограмма. Родионов Александр, мастер спорта, город Липецк. 103 килограмма, первый подход. Готовится Вялков. Подъем засчитан. Заявка Родионова на второй подход 108 килограмм. Вес штанги 104 килограмма. Вялков Андрей, мастер спорта, Пермский край, город Чусовой. 104 килограмма, третий заключительный подход. Готовится Сулименко. Вялков Андрей выступает в весовой категории 62 килограмма. Подъем неудачный. Вес штанги 105 килограмм. Вялков Андрей завершил выступление в рывке с результатом 100 килограмм. Весовой категории 62 килограмма. Сулименко Александр, мастер спорта, Московская область, город Люберцы. 105 килограмм, первый подход. Спортсмен выступает в весовой категории 85 килограмм. Готовится Клепиков. Подъем засчитан. Сулименко для второго подхода сделал заявку 113 килограмм. Клепиков Александр, Архангельская область, город Коряжма, 105 килограмм, второй подход. Готовится Филатов.
Подъем засчитан. Заявка Клепикова на третий подход 110 килограмм. Без штанги 106 килограмм. Филатов Сергей, мастер спорта, Московская область, город Видное, 106 килограмм, третий заключительный подход. Готовится Родионов. Подъем неудачный. Вес штанги 108 килограмм. Филатов Сергей завершил выступление с результатом 101 килограмм весовой категории 77 килограмм. Родионов Александр, мастер спорта, город Липецк, 108 килограмм, второй подход. Готовится Дмитриев. Подъем неудачный. Родионов Александр, мастер спорта, город Липецк, 108 килограмм, третий заключительный подход. 2 минуты на подготовку. Подъем неудачный. Вес штанги 110 килограмм. Родионов Александр завершил выступление в рывке с результатом 103 килограмма весовой категории 85 килограмм.
Дмитриев Александр, мастер спорта, город Москва, 110 килограмм, первый подход. Готовится Клепиков. Защита. Заявка Дмитриева на второй подход, 115 килограмм. Клепиков Александр, Архангельская область, город Коряжма, 110 килограмм, третий заключительный подход. Готовится Сулейменко. Клепиков Александр выступает в весовой категории 85 килограмм. Подъем защита. Вес штанги 113 килограмм. Клепиков Александр завершил выступление в рывке с результатом 110 килограмм. Весовой категории 85 килограмм. Сулейменко Александр. Мастер спорта. Московская область, город Люберцы. 113 килограмм, второй подход. Готовится Дмитриев. Ну не такие. Саш, ну как вчера это? Считали такую хер. Когда? Ну да. Вчера. Да не сравнивай вчера. Нормально. Подъем. Защита. Заявка Сулейменко на третий подход, 118 килограмм. Вес штанги 115 килограмм. Внимание участников соревнований между рывком и толчком. Перерыв 5 минут. Поправка. Перерыв будет после окончания толчка между второй сессией. Дмитриев Александр, мастер спорта, город Москва, 115 килограмм, второй подход. Готовится Мустафа Фиди. Подъем неудачный. Дмитриев Александр, мастер спорта, город Москва, 115 килограмм, третий заключительный подход. Подготовка 2 минуты. Готовится Мускафиди. Д-
Дмитриев сделал перезаявку на 118 килограмм. Две штанги 118 килограмм. Готовится Мускафиди. Мускафиди Александр. Представитель ФИБ. 118 килограмм. Первый подход. Готовится Сулейменко. Подъем неудачный. Сулейменко Александр, мастер спорта, Московская область, город Люберцы. 118 килограмм, третий заключительный подход. Готовится Дмитриев. Подъем, защита, 2-1. Дмитриев Александр, мастер спорта, город Москва, 118 килограмм, третий заключительный подход. Сулейменко Александр завершил выступление с результатом 118 килограмм, весовой категории 85 килограмм. Готовится Мускафиди. Подъем, защита. Мускафиди Александр. Афины, 118 килограмм, второй подход. Дмитриев Александр завершил выступление в руке с результатом 118 килограмм, весовой категории 85 килограмм. Подъем, защита. Заявка Мускафиди 125 килограмм. Вес штанги 125 килограмм. Мускафиди Александр. Афины 125 килограмм. Третий заключительный подход. Две минуты подготовки. Готовится Лизунов.
Подъем неудачный. Вес штанги 137 килограмм. Мускафиди Александр завершил выступление в рывке с результатом 118 килограмм. Весовой категории 77 килограмм. Остался один участник. Лизунов Руслан. Лизунов Руслан, мастер спорта международного класса, КМО Юрга, город Лянтор, 137 килограмм, первый подход. Защита. Заявка Лизунова на второй подход 146 килограмм. Лизунов Руслан, мастер спорта международного класса, КМО Юрга, город Лянтор, 146 килограмм. Второй подход. Две минуты на подготовку. 146 поставлю. Внимание, зрители! Вес 146 килограмм, весовой категории 85 килограмм, является новым рекордом России и превышающий мировой рекорд. Пожелаем Лизунову Руслану установить новый рекорд России и превышающий мировой рекорд. Подъем защита. Лизунов Руслан, мастер спорта международного класса, установил новый рекорд России и превышающий мировой рекорд. Заявка Руслана на третий подход 147 килограмм. Без штанги 147 килограмм, ассистенты.
Лизунов Руслан. Мастер спорта международного класса, ХМО Юрга, Лянтор. 147 килограмм, третий заключительный подход. 2 минуты на подготовку. Лизунов Руслан завершает выступление в рывке. Спортсмены готовятся к выполнению второго упражнения «Толчок». Лизунов Руслан сделал перезаявку на 148 килограмм. Ассистенты, установите две штанги 148 килограмм. Лизунов Руслан, мастер спорта международного класса, ХМО Юрга, город Лянтор, 148 килограмм, третий заключительный подход. Внимание участников потока 30. Через 10 минут стоите на взвешивание. Лизунов Руслан, мастер спорта международного класса, установил 2 рекорда России. 146 и 148 килограмм. Оба превышают рекорды мира. Внимание участников соревнований, судьи и зрители. Выступление в первом упражнении тяжелоатлетическое двоеборье «Рывок» завершено. Спортсмены переходят к выступлению во втором упражнении тяжелоатлетическое двоеборье «Толчок». Ассистенты, установите вес штанги 80 килограмм. Готовятся теплые. Заявка теплого на второй подход, 90 килограмм.
Вес штанги 90 килограмм. Готовится Зюзин. Зюзин Роман, Самарская область, город Самара, 90 килограмм, первый подход. Готовится теплый. Спортсмен выступает в весовой категории 77 килограмм. Подъем. Защита. Заявка Зюзина на второй подход, 95 килограмм. Теплый Александр, город Жуков, 90 килограмм, второй подход. Готовится голуби. Подъем, защита. Заявка теплого на третий подход, 100 килограмм. Вес штанги 95 килограмм. Голубев Юрий, Московская область, город Люберцы, 95 килограмм, первый подход. Готовится Зюзин. Подъем, защита. Заявка Голубева на второй подход, 100 килограмм. Зюзин Роман, город Самара, 95 килограмм, второй подход. Готовится Голубев.
Подъем неудачный. Голубев Юрий. Поправка. Зюзин Роман, город Самара. 95 килограмм, третий заключительный подход. 2 минуты на подготовку. Подъем неудачный. Перезаявка от Теплова на 97 килограмм. Вес штанги 97 килограмм. Теплый Александр, город Жуков, 97 килограмм. Третий заключительный подход. Готовится Голубев. Зюзин Роман завершил выступление с результатом в толчке 90 килограмм. Подъем, защита, вес штанги 100 килограмм. Теплый Александр завершил выступление в толчке с результатом 97 килограмм. Голубев Юрий, Московская область, город Люберцы, 100 килограмм, второй подход. На 110 готовится Виноградов. Подъем неудачный. Голубев Юрий, Московская область, город Люберцы, 100 килограмм, третий заключительный подход. 2 минуты на подготовку. Готовится Виноградов.
Внимание участников и гостей чемпионата! Автобус для экскурсии в Нижний Новгород вас ожидает на площади перед зданием. Просьба срочно всем подойти к автобусу, кто желает поехать на экскурсию, посмотреть Нижний Новгород, и кто желает доехать до железнодорожного вокзала. Прошу вас без проволочек срочно подойти к автобусу. Подъем неудачный. Вес штанги 110 килограмм. Голубев Юрий завершил выступление в толчке с результатом 95 килограмм. Весовой категории 69 килограмм. И стал чемпионом России. Виноградов Дмитрий, город Обнинск, 110 килограмм, первый подход. Готовится Вялков. Для второго подхода Виноградов сделал заявку 115 килограмм. Вес штанги 115 килограмм. Спорта Пермский край, город Чусовой, 115 килограмм, первый подход. Готовится Филатов. Подъем засчитан. Заявка Вялкова на второй подход 121 килограмм. Филатов Сергей, мастер спорта, Московская область, город Видное. 115 килограмм, первый подход. Готовится Виноградов.
Подъем. Защита. Заявка Филатова на второй подход. 120 килограмм. Виноградов Дмитрий. Город Обнинск. 115 килограмм. Второй подход. Готовится Родионов. Спортсмены выступают в весовой категории 77 килограмм. Заявка Виноградова на третий подход, 117 килограмм. Вес штанги 117 килограмм. Виноградов Дмитрий, город Обнинск, 117 килограмм, третий заключительный подход. Подготовка 2 минуты. Поступила перезаявка от Родионова на 125 килограмм. Готовится Филатов. Подъем, защита. Вес штанги 120 килограмм. Виноградов Дмитрий завершил выступление в толчке с результатом 117 килограмм, весовой категории 77 килограмм. Филатов Сергей, мастер спорта Московская область, город Видное, 120 килограмм, второй подход. Готовится Велков. Thank you.
Подъем засчитан. Заявка Филатова на третий подход 125 килограмм. Вес штанги 121 килограмм. Велков Андрей, мастер спорта, Пермский край, город Чусовой, 121 килограмм, второй подход. На 125 готовится Родионов. Велков Андрей выступает в весовой категории 62 килограмма. Заявка Вялкова на третий заключительный подход 125 килограмм. Вес штанги 125 килограмм. Родионов Александр, мастер спорта, город Липецк, 125 килограмм, первый подход. Готовится к Лепикам. Спортсмен выступает в весовой категории 85 килограмм. Подъем защита. Заявка Родионова на второй подход 130 килограмм. Клепиков Александр, Архангельская область, город Коряжма, 125 килограмм, первый подход. Готовится Филатов. Подъем засчитан. Заявка Клепикова на второй подход 135 килограмм. Филатов Сергей, мастер спорта Московского области, город Видное, 125 килограмм, третий заключительный подход. Готовится Мелков. Не поставь.
8 часов утра, а второй раз в 11 часов ночи. Ночью я вот 4 ночи не сплю вообще. Меня требуете. Марк еще не приехал, не знаю, где. Не знаю. Подъем, защита. Велков Андрей, мастер спорта, Пермский край, город Чусовой, 125 килограмм, третий заключительный подход. Готовится Родионов. Филатов Сергей завершил выступление в толчке с результатом 125 килограмм. Подъем, защита. Велков Андрей с результатом 125 килограмм, толчке в сумме 225 килограмм, стал чемпионом России. Вес штанги 130 килограмм. Родионов Александр, мастер спорта, город Липецк, 130 килограмм, второй подход. Готовится Сулименко. Спортсмены выступают в весовой категории 85 килограмм. Подъем, защита. Заявка Родионова на третий подход, 135 килограмм. Вес штанги 135 килограмм. Сулименко Александр, мастер спорта, Московская область, город Люберцы, 135 килограмм, первый подход. Готовится Клепиков.
Подъем, защита. Заявка Сулейменко на второй подход, 145 килограмм. Клепиков Александр, Архангельская область, город Коряжма, 135 килограмм, второй подход. Готовится Родионов. Спортсмен выступает в весовой категории 85 килограмм. Подъем, защита. Заявка Клепикова на третий подход, 140 килограмм. Родионов Александр, мастер спорта, город Липецк, 135 килограмм, третий заключительный подход. Готовится Дмитриев. Подъем неудачный. Вес штанги 140 килограмм. Родионов Александр завершил выступление в толчке с результатом 130 килограмм. Поступила перезаявка от Клепикова на 144 килограмма. Дмитриев Александр, мастер спорта, город Москва, 140 килограмм, первый подход. Готовится Мускафиди. Подъем, защита. Заявка Дмитриева на второй подход, 146 килограмм. Вес штанги 143 килограмма. Мускафиди Александр, представитель Афин, 143 килограмма, первый подход. Готовится Клепиков.
Подъем, защита. Вес штанги 144 килограмма. Заявка Мускафиди на второй подход, 148 килограмм. Клепиков Александр, Архангельская область, город Коряжма, третий заключительный подход. Готовится Сулименко. Подъем неудачный. Вес штанги 145 килограмм. Клепиков Александр завершил выступление в толчке с результатом 135 килограмм весовой категории 85 килограмм. Сулименко Александр, мастер спорта Московская область, город Люберцы, 145 килограмм, второй подход. Готовится Дмитриев. Подъем. Защита. Заявка Сулименко на третий подход 150 килограмм. Вес штанги 146 килограмм. Дмитриев Александр, мастер спорта, город Москва, 146 килограмм, второй подход. Готовится Мускафиди. Подъем, защита. Заявка Дмитриева на третий подход 151 килограмм. Вес штанги 148 килограмм. Мускафиди Александр. Афины. 148 килограмм, второй подход. Готовится Сулименко. Мускафиди Александр уже победитель чемпионата России. Подъем неудачный. Нажал, нет. Мускафиди Александр.
Афины, 148 килограмм, третий заключительный подход. Готовится. Сулейменко сделал перезаявку на 152 килограмма. Перезаявка от Мускафиди на 152 килограмма. Вес штанги 151 килограмм. Готовится Дмитриев. Дмитриев Александр, мастер спорта, город Москва, 151 килограмм, третий заключительный подход. Готовится Сулейменко. Подъем, защита, вес штанги 152 килограмма. Дмитриев Александр завершил выступление в толчке с результатом 151 килограмм, весовой категории 85 килограмм. Сулейменко Александр, мастер спорта Московская область, город Люберцы, 152 килограмма, третий заключительный подход. Готовится Мускафиди. Подъем, защита. Мускафиди Александр, представитель Афин, вес штанги 152 килограмма, третий заключительный подход. Сулейменко Александр завершил выступление в толчке с результатом 152 килограмма и в сумме двоеборья набрал 270 килограмм. Весовой категории 85 килограмм. Мускафиди Александр, Афины, 152 килограмма, третий заключительный подход. Готовится Лизунов. Подъем, защита. Вес штанги 155 килограмм. Мускафиди Александр завершил выступление в толчке с результатом 152 килограмма. Весовой категории 77 килограмм. Он в этой категории стал чемпионом России.
серебряным призером Филатов Сергей и бронзовым Виноградов Дмитрий. Остался один участник, Лизунов Руслан. Лизунов Руслан, мастер спорта международного класса КМО «Юрга», город Лянтор, 155 килограмм, первый подход. Подъем засчитан. Заявка Лизунова на второй подход, 165 килограмм. Вес штанги 165 килограмм. Лизунов Руслан, мастер спорта международного класса, КМО «Юрга», город Лянтор. Вес штанги 165 килограмм, второй подход. 2 минуты на подготовку. Внимание участников соревнований, после завершения толчка второй сессии перерыв 5 минут. Подъем защита! Давай далеко! Далеко туда! Вес штанги 176 килограмм. Это новый рекорд России. Вес штанги. Молодец, 176 килограмм является новым рекордом России, если покориться Лизунову Руслану. Красный штанги.
Лизунов Руслан, мастер спорта международного класса «Хэмовый рука», город Антор, 176 килограмм, третий заключительный подход. 2 минуты на подготовку. Внимание! На штанге вес выше рекорда России и превышающий рекорд мира. Пожелаем спортсмена успеха! Что является также новым рекордом России и превышающим рекорд мира.